По итогам нынешней приемной кампании Казанский федеральный университет идет со значительным опережением прошлогодних показателей. Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Олег Бодров. 29 августа вышел у нас очередной приказ по контрактному приему абитуриентов. Этим приказом было зачислено 789 абитуриентов, причем 58 человек было зачислено из стран дальнего зарубежья, и 731 – это из России и стран СНГ. Из этого количества на бакалавриат было зачислено 525 человек и 264 на магистратуру. По словам Олега Бодрова, с абитуриентами-контрактниками КФУ заключено 7605 договоров, что на 225 договоров больше, чем плановые цифры контрактного набора этого года. Оплачено из этого количества 6583 договора, и эта цифра превышает на 659 количество договоров, оплаченных на аналогичную дату прошлого года. Поэтому на сегодняшний день показатели приема более благоприятные, чем в прошлом году. Ожидается, что следующие приказы о зачислении студентов в КФУ выйдут 10 сентября. Они будут касаться иностранных студентов и студентов-заочников, поступивших на договорной основе. По иностранным студентам и студентам-заочникам завершится дополнительный период проведения вступительных испытаний, который продлится до 7 сентября. А 10 сентября выйдет очередной приказ. Адель Шамилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.